Там внизу тоннель. Тебе придется искать другой вход. Понял. Будто... Вудс. Отлично. Блин. Все чисто. Это место было заброшено после схода лавины. Но я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. В любом случае, нам пора идти. Ты что, боишься привидений? Я боюсь заблудиться и замерзнуть насмерть. В любом случае, разве здесь есть что-то важное? Не вижу ничего ценного. Благодаря твоему шуму о нас теперь знает весь Советский Союз. Хорошо поработал. За это мне и платят. Сюда, шеф. Мейсон, бери трубу. Найди что-нибудь, чтобы поднять АВМ. Раскопы видишь? Вот. Что это? Бинго. Там, где стоит этот кран, на карте отмечен раскоп. Вот туда нам и надо. Нашел АВМ. В западной части базы стоит большой кран. Захвати лебедку. Извини, мешаешь. У них кран, у нас это круглянки. Посторонний! Thank you.
выдержал. Хадсон. Мы закончили анализ ВМ, которую Мейсон и Вудс привезли с Химантау. И? Персей искал имена спящих агентов Драговича, задействованных в 68-м. Дайте нам эти имена. Группа Адлера их выследит. Персей их стер. Твою мать. Есть только одно место, где можно получить эти сведения. Дом на Лубянке. Что? Штаб-квартира КГБ? А почему тогда Персей сам туда не заглянул? Не знаю. Возможно, он работает без приказа сверху. Я сообщу Адлеру, но тогда надо делать все как следует, или не браться вообще.